Здравствуйте, приветствую всех на своем канале, и в этом видео я хочу рассказать и показать вам заказ Avon по каталогу 15-2014, это будет вторая часть. Первая часть была о том, что заказали мои клиенты, и вторая о том, что заказала я сама. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начну с того, что заказала не себе, а папе по распродаже вот такой вот гель для бритья, увлажняющий гель для бритья «Кубок мира». Говорили, что это примерно то же самое, что голубой был гель, очень хороший, мне папе он нравился, и я решила его взять. Он удобно открывается, цена была 59 рублей, очень дешевая, и здесь 100 мл, вот такого вот зеленого цвета, гелевой консистенции, аромат такой травянистый, сразу говорю, что по цену ли снимаем, не обращайте внимания, если что, на звуки, или тут, может быть, он сюда даже придет, вот, я буду немножко отвлекаться, но просто другого времени пока нет снять. Вот, этот гель, надеюсь, папе понравится, я потом у него спрошу, как он. Следующее, что я уже брала себе и пока не открыла, это новый крем для лица из серии ENU питательный. У меня вышла по тесту нормальная кожа, я взяла нормальный, комбинированный и жирный. Это идет один крем, для сухой другой. Пока не открываю и открывать, наверное, не буду, вот он в среде приходит, потому что у меня еще два крема стоит дневных. Попозже о нем расскажу, возможно, отдельное даже, может быть, видео о нем сниму. Если будет кому-то интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы видеть об этом креме отдельное видео, потому что эта новинка очень раскрученная, и пробники на нее есть, и вообще. Вот, наверное, будет интересно. Следующее, что можно было приобрести, приобретая крем за 350 рублей, за 99 рублей была такая акция, можно было приобрести пудру люкс. Вот так она выглядит, упаковку я уже выбросила и пудрой воспользовалась сегодня. Заказ, потому что получила вчера. Пудра идет, оттенок Fair Silk я взяла, это светлый оттенок у Виктории Коробовой. Викусь, привет тебе, видела я такую пудру. Она говорила, что хорошая, и мне, в принципе, пудра тоже понравилась. Здесь идет вот такой спонжик, которым я не пользуюсь. Такая вот заглушечка еще идет. И вот сама пудра. Она такого довольно светлого, даже ближе к среднему оттенку. Вот так она выглядит. На лице у меня она сливается, то есть ее не видно. И вот на руке тоже практически. Она легкая, хорошая. Не скажу, что она прям там что-то сильно перекрывает. Нет, средняя у нее такая способность перекрывающая. Она очень мягкая, нежная пудра, я этой довольна. Также здесь идет стандартно большое зеркало. И коробочка такая же, как и из-под теней люкс. То есть мне, в принципе, она понравилась. Не знаю, как дальше себя будет вести эта пудра, но пока я ей довольна. Так, следующее, что я заказала, это то, что было по каталогу. Новинку. Нет, еще покажу сначала терочку. Вот такую терку я заказала благодаря Юлии Терехиной. Привет тебе, Юлечка. У нее я видела, что клиенты, она сама берет вот такую терку для ног. Ее я уже опробовала вчера. Вот эта терка очень грубая, но она хорошо счищает всякие натоптыши, мозоли на ногах. И у меня на больших пальцах были большие такие мозоли. Я их тоже вчера благополучно все стерла. Очень понравилась мне эта терка, могу ее посоветовать. И вот здесь идет такая как шлифовка. Вот, но терка мне понравилась очень. Буду с удовольствием ей пользоваться. Заказала ее в 15-м каталоге за 139 рублей. В 16-м она будет чуть подороже, 149 рублей. Но могу ее посоветовать, она очень даже... Мне она очень понравилась. И использовала я ее вместе со скрабом. Вот такой новинкой взяла я себе. Скраб для ног с маслом макадамии. Мне, я вам покажу сейчас консистенцию, очень понравился этот скраб. Вместе с теркой, конечно. Но у него мелкие частицы. Вот так он выглядит. Вот. Он такой, как желе, и частички такие у него прозрачные, мелкие. Аромат очень приятный, для меня пахнет печеньками. То есть именно как вот печеньки, вот такие вот, как самодельные, или что-то вот такое. Вот, в общем, печеньки и сладко, что-то вот это макадамия, то есть орешками немного, но очень-очень классный на осень-зиму аромат. Вообще не пожалела, что взяла. Наверное, могу даже посоветовать, потому что мне вот этот скраб очень понравился. Так. Идет он стандартно, это серия Footworks, я не сказала, 75 мл. Вот, хорош. И без всяких открывашек, здесь все стандартно, просто крышка выкручивающаяся. Так, и по-моему, по каталогу я взяла еще одну новинку. Да, вот такую вот новиночку, которую вам сейчас покажу. Знаю, что ждут обзор некоторые на нее. Уже писали мне в комментариях, я посмотрела. У меня взяла подруга вот этот вот крем для... Вернее, лосьон для тела. И взяла я себе двухцветный лосьон для тела, лесные ягоды и масло ши с эффектом мерцания. Вот его я пока еще даже не смотрела. Крышка здесь выкручивающаяся, хотя нарисовано в каталоге, что, по-моему, открывается. Сразу говорю, здесь крышка такая. Вот это меня что не очень порадовало.